как и всегда, в выходные мы с Мусей, партнером нашей программы компании «Талон Днепр», рекомендуем смотреть хорошее кино. Естественно, под чашечку хорошего кофе от партнера нашей программы компании «Эталон Днепр». Моя ценная квартира. Абсолютно независимая, абсолютно сумасшедшая и абсолютно классное кино. Макс Могил, бывший оператор. Это уже вторая его режиссерская работа. Первая была «Полсердца». И вот, ну, очень приличное кино. Очень английское кино, которое в основном выигрывает за счет классной актрисы. «Май Анны Беринг», «Улица Потрошителя», «Сумерки», несколько частей «Аббатства Даунтон», «Судный день», «Гранд Хаус», «Доктор Кто», «Спуск». Хороший послужной список. Шведская актриса, играет в Англии, играет в Голливуде. И здесь она сыграла просто феерично. Lights. Jesus Christ. Wait! You have to see past the decor! You're playing with fire, little lady. Rick? This? Fucking badass, all that. He wasn't a fool. She made sugar taste like swimming in fucking crisis! «Могучие рейнджеры». Был когда-то такой сериал, и вот сделали большое-большое кино. Дорогое. Поставил фильм Дэн Израилайте. Он снял очень классный фильм «Континуум» и получил в руки 100 миллионов на фильм «Могучие рейнджеры». Получилось, ну, вот как-то так, слишком по-детски. Подросткам, ну, ниже даже возрастом, где-то... От 1 до 5 класса детям очень понравится. Спецэффекты хорошие, все очень качественно. Актеры: Элизабет Бэнкс, Брайан Крэнстон, Билл Хайдер, Арджей Сайлер, Дакра Монгомери. Хорошие актеры. Фильм собрал 142 миллиона. Продюсеры обещали, что если фильм соберет много денег, то будет 5-6 лент в серии «Могучие рейнджеры». По всей видимости, «Могучие рейнджеры» так и останутся одиноким фильмом. Я твердый. Как это твердый? Хоть молотком бей. О, не-не-не, стой. Готов. Надо всем снова туда пойти. Сейчас я с ней перепрыгну, а потом ты. Тут близко. Погнали. Стойте, с ума сошли. Джейсон, ничего себе близко. Приходилось убивать рейнджеров. Почувствуйте! Гастон Дюпра и Мариана Кон – очень известные аргентинские режиссеры. В основном известны они, конечно, в Аргентине и странах, где говорят на испанском. «Дорогая, я куплю сигареты, вернусь», «Художник» – это их прошлые работы. Собрали много премий на всевозможных фестивалях. «Почетный гражданин» тоже собрал много премий, в том числе премию Гоя за лучший иностранный фильм на испанском, «Кубок Вальпи» за лучшую мужскую роль. Главную роль сыграл Оскар Мартинес. Для аргентинского кино это звезда. Злое кино. Иногда смешное, иногда слишком драматичное. Главный герой по прошествии 40 лет возвращается в родной городок, чтобы получить премию, почетное звание, почетный гражданин этого городка. Он Нобелевский лауреат. И, естественно, очень много зависти, очень много любви с одной стороны, с другой, вот окружает этого человека. Интересное кино. Обязательно посмотрите его. Мое детство, отрочество, юность. Ты... Раньше это был дом моих родителей. Закрыто! Здесь был гараж. Thank you.
А я женился на Ирен. Тебе нужно немедленно уезжать из Салса. Один, два, три. Перед вами на медвежьей. Если бы я была мужчиной. Вторая режиссерская работа французской актрисы Адри Дона. И если в «Красотках в Париже» играли Летиция Касса, Ванесса Парадиз, Изабелет Жанис, Элизабет Стю, Марина Ханс, то здесь Адри Дона решила сама сыграть главную роль. Женщины, от которой уходит муж, и у которой все не ладится с мужчинами. В один день она сказала, что она больше никогда не хочет иметь никаких дел с мужчинами и получила в награду большое мужское достоинство. Роль второго плана играет Кристиан Клавье, но Адри Дона просто феерия. Хорошее, смешное кино, иногда даже слишком смешное, иногда же даже слишком серьезное. Детям, наверное, лучше не смотреть. Вспомните «Шале», «Огонь в камине», «Медвежью шкуру», «Ботфорты». Дорогая, это совсем не то, что ты подумала. Я приехал за детьми. Не волнуйся, они сейчас выйдут. Сейчас. Дети? Ты что, охрип? Смотрите, если вас в три не будет. Мамочка! Мои дорогие, твоя мама красивая, как принцесса. У мужчин стальные мышцы, но они не делают нас сильнее. А женщины за все в ответе. Вы влюблены? Это же здорово! В мужчину или в женщину? В мужчину, черт возьми! Скажите ей, что он любит ее. Он все поймет. Ну да. Слышишь? Разумеется. Хотя я не знаю, как бы я поступил на его месте. Иду, иду! Одни в Берлине. Была реальная история о людях, которые решили оказывать сопротивление гитлеровскому режиму во время гитлеровского режима. Ганс Фаллада написал в 1947 году роман. Это был его последний роман, издан был он уже посмертно. 5 экранизаций было у этого романа. И вот 5-я. Поставил фильм «Венсан Перес». Это уже не первая его режиссерская работа. «Секрет», «Шкура ангела», знаменитый французский актер. Оказался хорошим режиссером. Главные роли играют Брендан Глисон, Эмма Томпсон, Даниэль Брюль. Хорошее кино. Не самый простой фильм для восприятия, но посмотреть, наверное, стоит. Я пишу открытки, которые расскажут правду. Кому? Не знаю, но люди их прочтут. Передадут другим. Я пойду с тобой. И точка. Итак, приступим. Отныне мы с тобой одни. Расскажите другим, даешь свободную прессу убить и убить Гитлера. Кто это делает? Он действует достаточно профессионально. Не оставляет отпечатков. Стратегически мыслит. Будем ждать. Ждать, когда наш друг совершит ошибку. Что вы здесь делаете? Что вы делаете? Стойте! Миссия! Тебе не страшно? В послании. Мы решили делать это вместе, и мы сделаем. Брендан Глисон. Эмма Томпсон. Даниэль Брюль. Теперь мы, наконец, свободны. Одни в Берлине. Это были все фильмы на сегодня. Мы с Мусей рекомендуем вам смотреть исключительно хорошие фильмы, и не только в этот уикенд. Естественно, почерчу хорошего кофе от партнера нашей программы, компании «Эталон Днепр». Удачи вам, приятного уикенда и хороших фильмов. Всего вам.